Всем привет, с вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить игру под названием Dragon Age Inquisition. И, короче, типа, я с матами продолжаю проходить эту игру, типа, это save the F5. Вот, мы будем большинство квестов проходить, но, блин, собирать эти осколки я уже не хочу, типа, пошли не нах... По поводу драконов, мне осталось убить одного дракона, и он, на самом деле, на этой локации, три дракона, вот. Подожди, там на источнике тут был разрыв. Серьезно? Ну, короче, мы туда еще переместимся, потому что третий дракон там должен быть. То есть я где-то его пропустил, получается. Как-то так. Короче, ненавижу эту игру. Вот что я могу сказать. Да, плиз. Сейчас откроем. Наверное. Не знаю. А, подожди, Варик. Варик. Не знаю, мы всех освободили. Короче, на самом деле, скоро типа к финалу двигаться. За сегодня мы, наверное, не допройдем. Че это с тобой? А че он так сам говорит? По-моему, где демон? Так, дерево возле реки. Это где? Какое еще нахрен дерево возле реки? Это вон там? А! Ненавижу бэктрекинг вообще в играх. В этой игре все сделано гораздо хуже, чем вообще может быть. Ты просто ненавидишь местный бэктрекинг. Что он просто на... почти на пустом месте возникает периодически. И все как-то становится печально. Чё у вас тут? Красный лириум добывать? Ого. Не, ну слушайте, у вас тут что-то как-то все серьезно. И да, местные враги не то что что-то новое из себя представляют. Лейтенант. Лейтенант. Подожди, я уже не первый раз палю, и типа у того парня еще как-то много хп, на мой взгляд. Слышь? Кассандра, втащи там этого. Че, вы там до сих пор кого-то загасить не можете? Все загасили? Молодцы. Приказы рыцаря-капитана. Клинт, лейтенант Кут плохо себя чувствует, так что поручаю дела с леди из деревни тебе. Отложи самое нужное. Муку, сушеный горох, одеяло, все деньги, какие удастся найти. Отнеси сам или поручи кому-нибудь отнести их в рощу на притоке крови эльфов. В двух днях пути отсюда. Убедись, что за тобой никто не сидит. Госпожа Пулен будет там. В обмен на припасы она выдаст тебе список людей, которых мы можем использовать. Принеси его мне. Да. И надави на нее чуток. А то Кут с ней как-то слишком бережно обходится. В прошлый раз она вещи взяла, а списки были короче нужного. Да и в тех, кто старик. А списки были короче. Да и в тех, кто старик, кто больной. А, типа в списках старики и больные имеются в виду. Мы их берем, конечно, но они не выживают на посеве. Один убыток. Скажи, чтоб выдала кого-нибудь путного, а не то заберем всех. Понятно. Break the locks, please. Я тебе Ану сейчас сломаю.
Замок ему, видите, и сломать надо. А, заткнулся. Итак, что у нас? Там впереди что-то есть. Какие-то рассветники собираем. Ну вот, будем выполнять только квесты, которые есть, которые, типа, нормально выполнить можно. Никакие там, типа, кристаллы, еще какое-нибудь говно не будем добывать, типа, жопы все. Но потенциально, типа, тут таких лох вообще не осталось. Приз для Леон, типа, последний из таких лох. Скорее всего. Может, какие-то еще, типа, полусюжетные будут локи. Так, а ну разбежались, нюхай. Только серые вещи, блин, выдаю. Гадость. Так, а тут что у нас? Че? Куда этот путь ведет? Ага. Слушай, а тут что-то как-то... Типа, с виду какое-то новое место. Им приездили он. Андрей, здорово. $56 000. Сколько уже, типа, слил? Хай. Как дела? Вчера решил не смотреть Planet Side, да? Взял, ушел. А может, и мне нужен был? Типа тут все обрушено. И походу что-то есть. Слышите? Че у вас тут? Ну не знаю, если руны я здесь нигде не могу найти, то типа чё это? Чё за дичь? Типа нахрена вот это вот зажигать? Понятно, понятно, дичь как она есть. Так, 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 тонны руды. Когда красные храмовники обрушат? Могу сюда переместиться? Не могу. Так, когда красные храмовники обрушили Жутикелев мост, это видел один рыбак. Он показал, что у обломка что-то блестело, но из-за красных храмовников он не решился. Хорошо, давайте отсюда переместимся. Да у тебя какой-то токсик, дружок, был, я не мог вынести дабл токсик. Осталось 40, да? Окей, было 65, еще осталось 19. В смысле токсик? Тебе кажется, что Золонарус токсик? А чё так? В смысле я на тебя токсичил, что ли? Ты чё? Андреш, когда я на тебя токсичил? Не будь токсиком, Андреш. Не надо. Шо ж ты так? А мы в тебя верили. А ты? Прошлую среду, как минимум. Да ты меня оскорблял, поэтому, типа, пришлось токсичить. Не, ну даже не пришлось токсичить, я не токсичил. Нет. Это все твои выдумки. Мы играем. Ну, типа, мы можем гримдаун сыграть, но мы, типа, без Андрея будем за других персонажей. Только так. Иначе Андрей, типа, будет токсичить и скушает нас. Вот, пока что, типа, мне не нравится. Чтоб меня кушали. Что это за хрень? Амулет воронки смерти. Говно. Так, давайте тут, короче, демонов отфигачим. Понятно, мне просто, чтобы завтрашний вечер.
Ну, наверное, играем, если не хочешь. Типа, что, убеждать, что ли, буду? Я буду играть самую лучшую игру, типа, про стелс, когда ты курлыкаешь. Вот, понимаешь? Я буду такой курлык-курлык, а враги такие, типа, а, ну это, короче, голубь. Вот, а я такой курлык, и, типа, сзади их дубинкой огрею. Замечательная игра. Чё тут за говно? Как я вообще ее типа пропустил? Вот этот проход. Кстати, все, типа, в принципе, нормально левело. Сам как хочу, да, мне в принципе норм. Ты как я говорю, придется заново, но за других персонажей и все дела. Если хочешь, то можно. Мы будем играть, я не пойду спать. Если не будем, то я спать буду. Ну, типа, да сам решай, Серега. Я, в принципе, и то могу. Можем сыграть. Я могу в Deus Ex все-таки поиграть. Мне как бы, в принципе, норм. Давай тебе! Давай, давай! Разрыв на источника готово. Блин, у тебя осколки, блин, по всему. Так, давайте посмотрим, есть второе место, куда можно переместиться, то есть, ну, где потенциальный дракон есть. И тут дракон вроде как должен быть, либо он квестом активируется. Почему? Я же не стример. И ты не стример. И пришлось забраться на стену каньона. Жудикаэлев мост разрушен. Вот жалость. Внушительное было сооружение. Обосновался в уютном проходе под арками. В этом кольце пока никаких драконов, но скоро должны появиться. Второй день. Ничего не происходит из одного из других колец. Слышен рев. Но я пока остаюсь на месте. Не стоит пока показываться. День третий. Наконец-то. Сегодня утром один из драконов вылетел. Когда приземлялась, ветром от крыльев меня сдуло с табурета. Это было потрясающе. Потом он успокоился и пошел купаться в источнике. Им, наверное, нравится, когда горячо. Четвертый день. Набрал смелости и походил вокруг. Нашел несколько кладок. Если дракона по вкусу жара, то яйцам должно нравиться. День пятый. В источнике теперь отдыхает еще и несколько драконят. Уже почти зрелых. Довольно ветрено. Унесло уже несколько страниц. Интересно. А, подожди. Там реально место есть. Сейчас мы ваших драконят будем, типа, драконить. Иди сюда! Ау. Чё ты спишь? Встал, нагорный глупитель. Глупитель, блин. И сюда. Чё-то пока что урона мало наносит. Что? Нравится, да? Ну терпелся я от ваших, блин. А, это на себя броню накидывает. Понятно. Значит, ты из этих. Здорово, Андрей. Ходит легенда, что эту игру можно пройти. Ходят, ходят. Андрей, Андрей, Андрей. Зацени, что у меня на футболке.
Не знаю, может поймешь. Ты не должен принимать важных стратегических решений, Андреш. Но самое лучшее решение принимает тот, кто их не должен принимать. Так что, Андреш, принимай решение. Может, лучше заценить, что под футболкой. А, под футболкой только на OnlyFans. То есть, получается, ты не заплатил на моем OnlyFans, поэтому не видишь то, что под футболкой. Получается, Андреш, типа, не получил? Да ёбана, ты по голове! Слушай, этот дракон что-то вообще какой-то кончен. Я типа самый мощный дракон в игре, ну не считая, наверное, того. Солас, ты там это, варик подлечи. Сейчас, погодите. Солос не хочет лечить. Стоит в огне зачем-то. Где варик валяется? Кто-нибудь варика видит? Варик! 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 Я варика не вижу. Подожди! Варик! Не, подожди, он где-то там, вон там. Да? Вот, типа, вот. Я прям на него должен сейчас смотреть, да? Он где-то тут. Ее, я попал! Погнали завтрак из этого за кого? Ну, убери другого персонажа. Только скажи, типа, кого собрался брать. Чтоб я взял, типа, персонаж другого плана. Существование. Так что у тебя есть в течение этого стрима возможность подумать об этом. Что, нравится? Гасим, ёпта! Чё, больно, больно? Это последний дракон в игре, ну из таких, типа... высших драконов, которые не архидемоны. Ну, потому что, типа, у... как там его? Корифана, короче, есть. Есть собственный дракон, который, типа, архидемон. Почему, типа, дракона, пораженного скверной, называют архидемоном? Понятно, свою потанцовку что-то пригнал.
Эх ты ж! Так, ну все, у него последний барьер. Пробиваем, просто гасим нахер. Возьму подрывника и хранителя клятв, через минометы буду жебошить. То есть ты опять берешь подрывника хранителя клятв? Второй... А, нет, подожди, у тебя был солдат. Подожди, ты типа будешь дальником, что ли, или что, я не понял? В чем смысл твоего персонажа? В чем смысл? Я спрашиваю. Герцогская грива. Обычно магический доспех. Ходячая смерть. Такс. Ну, возможно, шлем. Не, шлем фигня. Хотя магия. Подожди, магия, сила воли. Слушай. Не, подожди. Нет, наоборот, мой круче. Капюшон безупречно на мне надет. Так, герцогская грива. Варик, понятно. Кассандра, так, что там у тебя? У Кассандры более крутой. Ну, блин, силу подкидывает. Что там у Варик? Ловкость, хитрость. А у Солос? Понятно. У Солоса еще круче. Всякое говно накидали. Угу. Здесь 29. Такс. Солос, а у тебя что? Понятно, одеяние драконоборца будет покруче. Доступна задача узнать побольше о драконах. А мы типа зафигачили, да? Как дела тут? Да нормально, да как обычно. Типа. Что-то происходит. Как-то живу. Вроде бы на работе, а относительно что-то делаю. Меня еще не уволили. Вот. Как-то так. Обычная житейская жизнь. Опять скоммуниздил с работы и фисташки. Вот. Так что я собой горжусь. Мамино кольцо. Так, что там у нас? Вы соврали сразу всем. You lied. You knew what the Red Templars were doing, but you took their gold and stayed silent. Yes, I took their gold. Gold and any supplies they would give. Also, we could. Да. There are many orphans in Sarnia. Who protected them when their parents were lost? Вот маленький на работе, конечно, нет. Ну да. Frozen and the demons. If I had said anything, they would have killed me too. So I let them take people, and prayed that one day, someone like you would come destroy them. All we could do was survive till that day. Now it's come, hasn't it? I was right. Просто понимаешь, Андреш, на работе я такой, типа, сижу, у меня рукав горит. Я такой, типа, все нормально. Только, короче, нажимаю на какую-то кнопку такой, понимаю, что комп завис, и я такой, и бегаю по помещению. Из-за вас умирали люди! Affected by Red Lyrium because of your actions. What else could I do? Take up the old pitchfork to fight? Those who died would have died regardless. This way at least some survived. Эх ты ж. Дела карьерные. Угу. Письмо в дупле. Кайф. Так, а ты чё, Андреш, пишал чё? Так, то есть завтра играем. Ну окей, тогда к 8:30 готовься. Подожди, так у тебя ближник или дальник будет? Напиши мне, чтоб я спланировал. Будет у меня ближник или дальник. А когда в личных квестах спросил устойчивость, а сам закрываешься в туалете и плачешь? Да. Да, все так. Хрена тут дупло. Вот это дупло. Так. Осколки перед рассветом. Это запертая дверь. Будет ближний и дальний, это кастер будет, по сути. В смысле кастер? Нахте кастер.
смысле? Блин, с этой стороны нельзя. Командир Каля, мне кажется, вы охренели, блин. Ау. Сейчас бегать буду. Искать, что там надо. Так ты танчить-то будешь или нет? Скажи мне. Tell me. Tell me why, Андреш. Tell me why. Why. Так, подожди, а чё, я же был в этом карьере, не? Карьер узнал, что... Или не был, или именно в этом не был. Чё, у вас карьера в 5 миллиардов тут? Совсем охренели? Ё-ё-ё! Чё? Кто тут? Let us out. Чё, по кому-то палить? Тварик, открывай давай. Дело воина, если что, мне ошибешься. Не-е-е. Ближника с двуручем, во. Вот это топ. Двуруч это топ. Кут, нам нужно больше деревенских. У нас почти не осталось шахтеров. Словаки, приведи всех из последнего списка. Мне плевать, что деревня, как говорят, пустеет. Никто по ним скучать не будет. Не станет. Стоит рейд на карьер, красный хромоник, основной лирин. Так я устроил рейд на карьер. Или не устроил? Хочу подтвердить, да, я слышал отчеты, силы инквизиции растут, но наш господин вырвет этой собаке зубы. Мы стоим между врагом и корифеем. Он дал нам то, что церковь не дала бы. Второй шанс. Я не хочу видеть, чтобы кто-нибудь его разочаровал. Сейте лириума. Пусть он следует за нами. Укореняется всюду, где мы проходим. Никогда не забывайте, что наши враги... что наши шаги именно ваши. Это наш путь к победе, генерал Симпсон. Последний вон туда. Ау, ау. Где? Это вот так вот. Шаман плюс солдат. Ну вот думаю. Но скорее всего будет шаман плюс мистик. Так что шаман плюс мистик. А, подожди, так я тут был. От мистика элементальный урон получу, типа на молнию сосредоточиться. И у него есть бабл, который именно поглощает урон. Вместе с эксклюзивным навыком шамана нормально будет. Буду молниями бить. Вот, а потом как с Андреем закончим, может как-нибудь закончим этого персонажа. Типа из параметров буду телосложение только качать, поэтому вообще найс. Чё вам надо? Ну вот серьезно, че за вас, чуваки? Типа замок такой не смогли сломать, что ли? Надо было бы спастись, спаслись бы давно.
Ольга Гонна. Ты там вкидываешь какую-нибудь первобытку и начинаешь ломать молнии. Ну, так в том-то и смысл. Типа, у Мистика я буду только параметры, грубо говоря, получать и пассивки. То есть, а у него пассивки на дух и так далее. То есть, это как раз на урон молнии. Типа, нормально. Я не понимаю, где. А. Мадоксу нужно вдвое больше красного лириума, чем обычно, чтобы должным образом поправить мой доспех. Сосуд должен быть идеальным, приготовьте нужное количество за 3 дня, и тогда вы с вашим отрядом получите шанс служить в почетной гвардии Корифея. Мои испытания продолжаются. Когда я впервые надел доспех, мне казалось, что я утопаю в пламени. Если бы Корифей не остановил меня, я бы содрал себе кожу. Сейчас доспех привычен мне. Я могу идти дни напролет без отдыха и ломать мужчин, как тростники. Ныне я достоин быть сосудом. Мадокс может прийти к тебе, чтобы поработать над доспехом. Если он даст тебе какие-то инструкции касательно лириума, выполняй все беспрекословно, обращаясь с Мадоксом так, как будто это я, Самсон. Это, типа квест или что? Что за хрень? Вот, чё это? Они типа там наверху? Эй, да ты серьёзно? Да! Я нажал вперед и прыжок! Что он сделал? Прыгнул назад. Кайф! Лучшая игра. Лучшая игра его. Подписывал эту игру. Так, чё там? Какой-то квест. Ладно, мы, наверное, социально. Тебе зачем мистик на двуручку? Шаман будет лучше из автоатаки. Ну? Так типа все это будет от самого шамана? А урон от молнии? Не, смотри. Во-первых, у мистика есть бабл, которая дает именно поглощение урона. То есть, если я правильно понял, то это весь урон, который в меня приходит, я его поглощаю. Вот, дополнительно поглощение идет от эксклюзивного навыка самого шамана. То есть, в сумме они неплохо дают. Потом... Баф на все оружие от этого мистика дает дополнительный урон от этого, от элементов. Плюс часть физического урона переводится к урону от элементов. То есть это молния, та же самая. Плюс несколько пассивок, то есть типа на дополнительный дух и так далее. И мне вообще кайф, кажется. Я долго не проживу, я видел, что красные храмовники сделали с остальными. Красные кристаллы прорастают сквозь плоть, тело меняется, ты теряешь себя, а потом умираешь. Такое будет моя судьба. Молюсь только, чтобы Линетта не очень долго обо мне горевала. Я не заслуживаю любви. Мне должны узнать. А, все должны узнать, что я сделал. Я не хочу лечь в могилу с грузом на сердце. Это я убил брата Линетты Гарда. Он сказал ей, что уедет сражаться за императрицу. Но на самом деле он и не собирался. Он хотел бежать в Ферлден. Как-то ночью я поймал его, когда он рылся в комоде и искал драгоценности Линетты. Он хотел забрать все и исчезнуть навсегда. Я пытался его остановить, но он стал сопротивляться, и я его убил. Я не хотел, но так уж вышло. Да простит меня создатель. Андрас, ты дай мне сил. Он, это сфера поглощения, ну смотри, сам солдат. Ну, типа, солдат на физурон. Еще раз. Типа, вот в чем проблема. Солдат больше физурон бафает. Да, он, конечно, хорош, но там, ну, скажем так, специфично. Так, что мы тут разобрались? Это что? А. Осколки в жопу, в жопу. Да, осколки в жопу. Так. Вон тот квест мы выполним. И получается, приз Делеон мы закончим. Вот, типа я говорю, на урон от молнии мистик, мне кажется, более интересная тема. Чё?
I saw what those Templars did to the elves. If you hadn't freed us, I might have been next. I found your confession. You killed Lynette's brother. No. It was an accident. He was going to take everything. You mustn't tell Lynette. Let her believe the war killed Garret. Она должна знать. Garret was her brother. She deserves to know the truth. И она решит его. Now we have a chance to start over. Please, I beg you. Нет. Держи, Линет. Луи убил вашего брата. Луи wrote this confession. He killed your brother. No, that can't be. Garret is fighting in the war. He enlisted with the Empress's army. I'd like to be alone. Please, Lee. Ну, все, типа, да. Окей. Так, что у меня по напарникам? Злой Рок, угу. Вернись, Калин, ну да, Злой Рок. Кстати, Жозефина Валруэо. Давай, Валруэо. Так, Андреш, ты что, мне не доверяешь, что ли? Там, блин, мне в какую сторону-то бежать? Ходит слух, что эта игра может закончиться. Но, возможно, не сегодня это произойдет. Do you know where this noble wanted to meet us? I do. The Comte Boisvert invited us to his mansion, not far from here. I pray he clears up the deaths of my messengers, as promised. Ну пошли. Lead the way. О, а тут же какой-то поц был, которому типа куча бабок надо за что-то дать. Надо будет зайти. Чтоб увидеть какую-то вещь. Welcome, my friend. Каким образом? Ну, типа, массово нельзя вроде. The honor is mine. Кайф, у меня посох. It's an honor to assist two such distinguished guests. А, ваша помощь важна для нас. We appreciate your help, Comte. The death of Lady Montilly's servants must weigh heavily on you. Have you heard of the House of Repose? The Assassins League? My contacts obtained a copy of a document in the archives. Contract for life. The House of Repose is hereby sworn to eliminate anyone attempting to overturn the Montpellier's trading exile in Orlais. Ну, ты в опасности. They're not just after your messengers, Josephine. They'll try for you too. I am afraid so. Yes. The contract was signed by a noble family, the Du Parquets. But the Du Parquets died out as a noble line over 60 years ago. Indeed. But the contract was signed 109 years ago. How can a family try to kill you after they died out? The Du Parquets were our rivals. They drove the Montpelliers from Val-Royo. This contract was drawn up over 100 years ago, but it wasn't invoked until I tried to overturn my family's exile. Unpleasant though it may be, the House of Repose is merely fulfilling its contractual duties. Но контракт уже век. If the people who wanted your family dead are gone, why are the assassins still after you? A contract is a contract, Inquisitor. Orlesian businesses live and die by their reputations. The entire guild's welfare would be endangered if an agreement was tossed aside on a whim of time or fate. She's quite right, Your Worship. The House of Repose is doing what it feels necessary. By its standards. А я помогу их остановить. I'll do what I can to stop these attacks, Josephine. Thank you, Inquisitor. I think I may know how.
The two Paraquets still have descendants under the common branch. If we elevate them to nobility, a Du Paraquet could annul the contract on my life. That will take time, Lady Montigny. Time during which the House of Repose will be obliged to haunt you. Will they now? You are exceedingly well informed. You're not to have said you'd heard rumors at best. A bit of subterfuge. This contract on your life is an ugly business. One the House of Repose deeply regrets. But this is Orlé. Even an assassin's word is his bond. Abel Le Graf. Does Comte Boisvert actually exist? Absolutely. The Comte's offer to reveal the killers of Lady Montilet's messengers was genuine. So was his information somehow. An end to be tied up later. Выбили настоящего графа? I'm guessing the actual Comte Boisvert met with a fatal accident. Блин, вот это неплохой квест. Comte Boisvert slumbers in a nearby closet. Nothing more. The contract on Lady Montilet's life is so unusual, we felt the courtesy of an explanation was in order. It is appreciated, monsieur. Your idea to seek out Du Paraquet to revoke our orders is an interesting one. I wish you luck. I did not come to shed blood today, Inquisitor. Only to speak. Might I pass? А зачем было предупреждать? Why warn us about your contract and let us go? In Orlé, it is only decent to inform those involved in a contract when extraordinary circumstances conspire. And the guild's reputation would suffer if you ignored the contract. I quite understand. Thank you, my lady. May we conclude with my departure? Да, проходи. Go then. Good day, your worship. My lady, I pray we'd never meet again. Well, I didn't think our meeting would end like this. We'll deal with these assassins. I have some thoughts. Let's discuss them back at Skyhold. Ну окей. Чуть за место. Feel safer with the castle's walls. Do you hear something? Там какой-то мужик был. А я ушел. Подожди, я что-нибудь типа загрузить из старого автосохранения Skyhold? Ладно, сейчас быстро там поговорим. Да я поздно услышал, я уже нажал и там только... Сука, ты не мог быстрее? I pray he clears up the debt. Идём, граф. Вообще, главное, чтобы пес нравился. Ну да. The House of Repose is hereby sworn to eliminate... Unpleasant though it may be. She's quite right, your worship. But this is Orlé. I did not come to shed blood. Thank you. Well, I didn't think our meeting would end like this. Просто выжигать экран. We'll deal with these assassins. Короче, выжигай чем угодно там что. Let's discuss them back at Skyhold. Так. Где граф? Дайте на граф. You hear something? Где? Goodness, Comte Poivre, is that you? Oh, the lock's been broken off. We'll find a saw. Да дайте сломать. I realize the cabinet is quite valuable, Comte, but surely... A locksmith, then? Ну, у нас сварик есть. As you wish. Ты откуда взламывать-то умеешь? Она сможет? Выжгишь мне на копчике бабочку? Я у тебя дракона в анусе! А,
То есть, типа, серьезно. Это просто диалог был, а она не вскроет. Кайф. Очень круто. Я-то думал. Вот это тупо. Эх. Оу. Что за... Так, надо к Кайлун зайти и типа кучу вещей продать. Я думаю, у меня всякой дичи там дофига. Так, продать. Я врагов не боюсь. Ты еще хрен с ними. Так, где там Кайлан? Кайлан. Подожди, Кайл? Где Кайл? Инквизитор, if you're looking for the commander, he's going to speak with Seeker Pentagast. Ага, такс. Кассандра. Кассандра вроде тут. Калина не видела? Что такое? Чё? I was hoping we could speak privately. Are we not? Right. Of course we are. Чё ты волнуешься? The flirting. With me. I've noticed it. Unless it is my imagination, which is entirely possible. Понятно. Без кота станет невозможно. Не показалось. А мне перестать? If it makes you uncomfortable, I can stop. You cannot court me if that's your intention. It's impossible. А, так это... А? Почему это? Why is it impossible exactly? That should be obvious. Well, it isn't obvious to me. You intend to properly court me? Блин, мне так забавно было посмотреть на это. Is that what you want? No. Oh, I take it back. That is what I want. I want a man who sweeps me off my feet, who gives me flowers and reads me poetry by candlelight. I want the ideal. You are the Inquisitor and the Herald of Andraste. You cannot be that man. Вот поэтому ты... Ничего себе. I didn't expect you to feel this way. I know what you see. Нет, так, подожди. Почему здесь никогда раз ты не можешь это дать? Self-righteous. But my heart lies beneath all that. It yearns for these things I cannot have. If you cannot see that, then desist. What enamors you is but the surface. Я вижу. Че? Тут вариант. А я вижу. I can be that man, Cassandra. The world hinges on our actions. We face death at every turn, Inquisitor. That doesn't change how I feel. It changes everything. В смысле? Дорогой Эван, больше года ты был светом жизни моей, песней на сердце, но мир изменился, и оба мы изменились. Мыслимо ли пережить дыру в небе и остаться прежним?
Я видела сквозь разрывы забвение и боюсь, что жизнь наша скоро подойдет к концу. Ты говорил, что трудно будет смириться с расстоянием между нами. А я говорила, что не захочу ничьих объятий, кроме твоих. Я ошибалась? В Аурайо я встретила девушку. Она загадочна там, где ты нараспашку. Она живет поэзией, а не боями. Ее голос так сладко выводит... Как сладко выводит ее язык орлесианские трели и присказки. Она подает мне надежду, что мы не смеем и выживем. Прости, я никогда не забуду Аврора. Как так? Как она посмела? Правосудие. Кому там судить опять собрались? I cannot stop thinking of our earlier discussion. You don't actually intend to go through with courting me, do you? Черт. Откуда такое недоверие? Is it so unbelievable that I want to? I suppose not. You just have so much else to occupy your energies. You let me worry about my energies. It wasn't a challenge, my lord. You needn't do it simply because I suggested you could not. Да ты просто мне нравишься. It's very simple. I care for you. You enjoy making things complicated, don't you? Другое. Пока. That's enough for now. We shall speak again soon. Возможно. Так, Калин, где ты там? Что у тебя? You asked for my opinion, and I've given it. Why would you expect it to change? I expect you to keep your word. It's relentless. I can't... You give yourself too little credit. If I'm unable to fulfill what vows I kept, then nothing good has come of this. Would you rather save face than admit... We will speak of this later. And people say I'm stubborn. This is ridiculous. Cullen told you that he's no longer taking Lyrium. Ты за ним присматриваешь? Yes. He trusted your judgment on the matter. He was not interested in my judgment today. Cullen has asked that I recommend a replacement for him. I refused. It's not necessary. Besides, it would destroy him. He's come so far. А почему мне ничего не сказал? Why didn't he come to me? We had an agreement long before you joined us. As a seeker, I could evaluate the dangers. Как мне это поменять? Сандра, did you refuse Cullen's request because he's wrong? Or because you want him to be wrong? Mages have made their suffering known, but Templars never have. They are bound to the Order, mind and soul, with someone always holding their Lyrium leash. Cullen has a chance to break that leash, to prove to himself, and anyone who would follow suit, that it's possible. He can do this. I knew that when we met in Kirkwall. Talk to him. Decide if now is the time. Я все типа забываю, Каллина я видел в Кирквале или нет? Ну, во втором Dragon Age. Типа он там по-другому выглядел немного, наверное. Порцов, поговорите с Каллином. Каллин, ёпта! Каллин! Ему можно быстро переместиться? Ну, кайф, блин, опять пешком бежит. Кальни, ёпта! Ну ничего, квесты напарника под концу подходят. Подожди, а Inquisition, он же после третьего Dragon Age? Ой, Mass Effect. Может, в Mass Effect все нормально было поставлено? Да что у тебя там? Maker's breath. I didn't hear you enter. Потому что квесты напарников, напарников, да. Forgive me. Квесты напарников, напарников, напарника. Да поговори ты со мной. Cullen, if you need to talk, you don't have to. Что у тебя там опять? I never meant for this to interfere. Ты в порядке?
Are you going to be all right? Yes. I don't know. Да, не знаю. Когда у меня спросят, ты в порядке? Да, не знаю. The circle was taken over by abominations. I was there. The Templars, my friends, were slaughtered. I was tortured. They tried to break my mind, and I... How can you be the same person after that? Still, I wanted to serve. They sent me to Kirkwall. I trusted my knight commander, and for what? Hmm? Her fear of mages ended in madness. Kirkwall's circle fell. Innocent people died in the streets. Подожди, он был первый и в первой части? Я понимаю. Of course I can. I don't. You should be questioning what I've done. Да слышь. I thought this would be better. That I would regain some control over my life, but these thoughts won't leave me. Куда поц пришел? How many lives depend on our success? Я слово поц не могу избавиться. I swore myself to this cause. I will not give less to the Inquisition than I did to Chantry. I should be taking it. I should be taking it. Делал свою работу. Галерея у тебя не нужна. You give enough, Cullen. I'm not asking you for more. The Inquisition can be your chance to start over. If you want it to be. I don't know if that's possible. It is. All right. А нахрена он нас Лириум? Да выбором будет файтером или храмовником? То есть я что-то как-то смысла не понял. Сказала переместиться. Ну давайте, кого казним? Кто-то опять овцами кидается в наш замок. Mistress Pullen of Sarnia is accused of aiding and abetting the Red Templars in the day. А, это. She sold a quarry to them for a handsome sum. They used the quarry to grow red lyrium by enslaving townspeople. The only extenuating circumstance, Mistress Pullen was procuring supplies to keep the remaining townspeople fed. Послушаем, что он скажет. If you'd like to explain your intentions, speak. My crime was misjudgment. The land sale was meant to bring prosperity in hard times. Yet you kept taking coin from the Red Templars, even after you realized what they'd done to the people. Why not? It bought food for the ones remaining. Isn't that enough? You question whether greed or necessity led me. Tell me which you weigh me for. На, значит, я работаю. Не, подожди. Пусть отстроит село. Mistress Pullen, you will spend all your ill-earned money rebuilding the town of Sarnia. If the townspeople forgive you, your debt to them is paid. Your worship, I will do my best to repair what I have done. Такс. Правосудие доступно за отдачи. Ну окей. I'm so sorry, Inquisitor. I never thought my family's trading status would trap us in an assassin's plot. А, да ты не могла знать. You couldn't have known it would lead to this house of repose coming after you. It still shouldn't have slipped past me. I've tracked down the last Duparaquets. If they become gentry, they can annul the contract on my life. We'll require a noble from Valorant to sponsor them, a judge to provide documents, a minister to ratify them. It's so like you to take the longest course of action, even when your life is at stake. I assume you already know everything about this mess. There is a faster way, Josephine. The original contract on your life is in the vaults of the House of Repose.
If my agents infiltrate it and destroy the original, the assassin will have no obligation to chase you. Leliana, please. I want no more bloodshed over a personal affair. Don't be so stubborn, Josie. How long will it take you to gather these favors in Val-Rayo? Да давайте за план Жозефины. Это интересно. Without more deaths on either side. My people are ready, should you change your mind. I'll post a watch on our ambassador in case the House of Repose visits. I appreciate it, but I still believe elevating the duparakets will solve this. Надо будет еще раз пройтись. Я второй раз не выдержу эту игру. Я ее забуду, закопаю навсегда. Я ж с ума сойду. Учитель, я отправлю убийц, поговорите с Жозефиной. Вернитесь к Алену со сведением, добытым в карьере. Так я ж был! Черт. Подожди. Any news on the House of Repose, Inquisitor? Каковы наши дальнейшие действия? You said I'd have to do some favors in Val-Royo if we want to make the Duparakets lords. The Countess Dion is our first. Сейчас ты нормальный? Lover, a mage from the White Spire, понимаешь, сейчас не самая худшая моя версия. And she'll be very amenable to sponsoring the Duparakets as lords. Так, отправляйся с такой командой и найдите поручителя для... Ну, тех самых... Подожди. Скорее всего, у Калина тоже какой-нибудь квест будет, поэтому, типа, мы сюда перемещаемся. Потому что до этого я думал, что я, оказывается, его квест закончил, а оказывается, это не так было. Эх, блин. I've been reading the letters found in the quarry. Samson is making red lyrium from people? Not anymore. Not in that mine. I knew Samson had fallen, but this, it's monstrous. We have to put an end to him. Look at these orders from the encampment. That armor must give Samson extraordinary power. We may not be able to stop him. Тем больше причин попробовать. Samson's a menace. If we can't defeat him, no one stands a chance. Then we must destroy the armor. I couldn't say how. Templars are trained not to destroy expensive magical equipment. Perhaps Dagna has some ideas. She crafts the impossible every day. Поговорите с Дагной о доспехе Самсона. С кем? Ага. Тот. Может лучше в головку? Да тебе куда угодно. Ты главное раздевайся. Слышь, Дагна. Дагна, what have you learned of Samson? He should be dead. I mean, you could make a hat out of red lyrium and kill people, especially the wearer. Samson's armor, it's genius. To do all this and not go insane? Это его убивает. So in addition to killing others, it's slowly consuming him too. Yes, but slow is not fast. It doesn't matter. I can find a way to hurt him. I just need time and red lyrium for tests. Is that wise? Everything is safe if handled properly, and you don't touch a bomb or breathe it. I mentioned the hat, right? No hat. В смысле никаких шляп. Все. Мы с ней, в чем Самсона на столе вставки командования. А во, я так и знал, то, что кинуть типа вставку командования, типа закинуть квест. Так что не зря, не зря, не зря. Не зря, не зря, не зря. Ну сейчас тут. А, мы там что-то опять прокачали. Рыцарская закалка.
лошади, чтобы не ронять. Эскизы, понятно, тут всякая дичь. Так, инквизиция, бутыли. With rifts contained in the area, we can send in smaller groups to offer relief. А сколько способностей для инквизитора? Да нужно мне, нет. A headache, nothing more. Друзья в высшем свете. Давай, друзья в высшем свете. Хорошо. Чё выдало? Не понял. Но сойдет. Поиск слабого места Самсона. Красный лириум очень необычен. Не понимаю, почему доспех не убивает Самсона. Выяснить это вполне возможно, но уйдет много времени и денег. Понадобятся инструменты, испытания, кое-какие книги из кругов. Если только они не пропали и не сгорели. В противном случае придется написать их заново. А чернила тоже денег стоят, Дагна. Вложения окупятся, главное ничего не упустить. Так, Дагна сообщила, что удалось узнать о доспехе Самсона, не понимая, почему она в таком восторге. Но сведения полезны, нам нужно поговорить при первой необходимости. Хелен. Ой, блин. Знать больше о драконах. Дракон, которым управляет Корифей, выглядит как архидемон, но по сути своей нечто иное. Чтобы покончить с ним, инквизиции нужно как можно больше изучить драконов. Фредерик де Сера, самозванный исследователь драконов, может в этом помочь. Тем не менее, никто не знает, когда Корифей может напасть снова. Фредерику и инквизиции нужно сосредоточиться на какой-то одной области исследований. Никто не знает об этих тварях больше, чем семейство пендрагастов из Наварры. С помощью Кассандры я могу добыть для Фредерика разрешение воспользоваться их архивами. Там много ценных сведений о драконах прошлом и настоящем. Анатомирование позволяет много узнать, а несколько умов лучше, чем один. Мои агенты могут поискать в Тедесе других таких натуралистов, как Фредерик, и пускай потом корпеют над драконьими трупами в свое удовольствие. Кажется, вы недавно нашли драконье гнездовье. Фредерику будет полезно его изучить. Пусть возглавит исследовательскую экспедицию, а я отрежу солдат. А, давай. Alright. Выдержка зачета Фредерика де Сера. Мы нашли груду целых драконьих яиц и поместили в инкубатор в Скайхолде. В исследовательских целях, конечно же. Давайте, короче, сделаем бойцов на драконов, а я буду батей драконов. Узнали еще кое-что. По словам очевидцев, взрослые драконы никогда не залетают туда, где растет красный лириум. Хотя им ничто и не мешает сделать. Могу лишь заключить из этого, что драконы инстинктивно чувствуют красный лириум опасен. Кайф. Лилиана хочет поручить лазутчикам уничтожить контракт на убийство Жозефины. Если физически уничтожить контракт, то дома отдохновения не останется причин посылать убийц. Разумеется, на то, чтобы попасть в дом откровения, потребуется время, возможно, не обойдется без жертв. Не-не-не-не. Найти поручителя для дюпаракетов. Вернуть дюпаракетам дворянский титул – единственный способ покончить с заговором против Жозефины. Первый этап – найти для них поручителя знатного происхождения. Графиня Дион согласна помочь в обмен на известие о своем любовнике Элери, маге, пропавшем в начале войны магов Храмовника. Элери был на стороне прежней власти кругов. Я узнаю, не приютил ли его кто-нибудь из лоялистов. Их роман был широко известен, я узнаю, не в курсе ли кто-нибудь, куда пропал этот маг. Прошло уже довольно много времени, но мы можем послать поисковые отряды, где его последний раз видели. Давай, Лилиан. Письмо графини Дион. Моя дорогая Линнет, я был ранен, возвращаясь с Конклава, когда развязалась эта безумная война. Между отступниками и храмовниками. Я сумел добраться до какого-то обещалого постоялого двора, но у меня началась лихорадка из-за воспаления глубокой раны на ноге. К счастью, меня нашли люди из Инквизиции и прислали хорошего целителя. Я уверен, что погиб бы, если бы не они. Мне сказали, что агент Инквизиции доставит тебе это письмо, и для меня это первая хорошая весть с момента Конклава. Любимая, оставайся в столице, я приеду сразу, как смогу, лично твой Эллериль. Макс, это случайно не семейство Пендрагаст? Конечно. Так. А госпожа Пулин была приговорена к оказанию гуманитарной помощи жителям Сарнии, пострадавшим от ее пособничества красным храмовникам. Она приобрела припасы для горожан, но испытывает трудности с их перемещением вверх по реке. В связи с этим он запросил помощь инквизиции.
Мы могли бы нанять вереницу телег и послать людей для охраны припасов по пути в Сарнию. Так будет медленнее, но безопаснее. Давай. Припасы госпожи Пулин прибыли в Сарнию. Еда и одежда была роздана жителям в соответствии с потребностями. Благодарность город выделил инквизиции несколько тонн лучшего гранита для строительства. Для строительства чего? Добыча кожи. Густые леса. А, это... Ткань дула. Дрожайшая Жозефина. Помните ли вы последнее мое письмо о новых добровольцах, явившихся в крепость Сулейдин, помочь нашему делу? Среди них была леди Дюсетта, дочь лорда Базеля Марона. Мы ничего не знали об этом, поскольку она явилась в крестьянском платье. К несчастью, лорд Базель только что узнал о местонахождении своей пропавшей дочери и обвиняет инквизицию в ее похищении. Цветастое обвинение в адрес инквизиции бросает тень на наши отношения с состоятельным дворянством Орлесианского юга. Что еще хуже, леди Дюсетта отказывается возвращаться в золоченую клетку к отцу. Не могу же я связать ее и отправить лорду в бочке, правда? А почему нет? Мы не будем, конечно, буквально засовывать ее в бочку, но дайте леди Дюсетте ясно понять, что в инквизиции ее присутствие нежелательно. Леди Дюсетта должна следовать зову сердца. Лорд Базель — мелкий аристократ. Его расположение не стоит страданий. Я могу хитростью обеспечить ему полный край в глазах общества. После этого пусть ворчит сколько угодно. Никто его не послушает. О, давайте. В недавнем балу шпион Лилианны подначил лорда Базеля, начать гневную тираду. Когда он почти дошел до кульминации, вошла леди Дюсетта в парадном облачении в сопровождении солдат и обличила отца во лжи, после чего вызвала на дуэль, дабы отстоять честь инквизиции. Не в силах скрестить клинки с дочерью, лорд стушевался, а леди Дюсетта стала героиней вечера. Думаю, беспокоиться насчет лорда Базеля больше нет нужды. Жозефин. Понятно. Милорд Инквизитор, ох, как все меняется со временем. Когда мы только-только прибыли в Скайхолл, то смели лишь надеяться на то, что сливки Халамшарала признают ваше существование. Теперь же, когда мы заняли крепость Сулейдин, и игнорировать нас стало трудно. Группа купцов и дворян сама сделала мне предложение. Они признают, что Инквизиция в настоящее время более успешно может поддерживать порядок в долах, чем даже императорская армия, а потому предлагают организовать консорциум. Посол Инквизиции на их стороне, по их словам, облегчит взаимодействие и поможет нам защитить их интересы. Тогда как они будут защищать наши? Стоит над этим подумать, ваша милость, Жозефина. Давай. Какую-то калу. Подожди, а добыча кожи, ну вот допустим. Медведя. Inquisitor. Ну да, это из этого. Угу. Понятно. Так, что там, типа, с Калином опять поговорить надо? Угу, Валруя. Угу. Поговорить с Калином о том, что... Угу. Ну, тоже, возможно, Валруя его отправят. Куда он там еще отправить может? Гоняют бедного инквизитора, какого хрена? No red lyrium, no allies, and soon Samson will have no armor, I hope. You hope? Dagna started work on her red lyrium samples, but she needs more details on the armor. We found orders in the mine. They mentioned Maddox, a name I did not expect to hear. Еще там упоминался сосуд. Samson's letter said something about taking over as the vessel. Perhaps it's a rank among the Red Templars. It could be a title from ancient Tevinter. Or it's some other role Corypheus has planned for Samson, and Maddox is part of it. Ты его знаешь? Another voice from your past? In a way.
This is complicated. Maddox was a mage in Kirkwall's circle. Samson smuggled letters between him and his sweetheart. Eventually, Samson was caught. That's why he was cast out of the order. Maddox was made tranquil and became a skilled craftsman of magical items. Samson must have rescued him. Так, его смирили за это? I can't believe they made a man tranquil over a few love letters. The official charge was corrupting the moral integrity of a Templar. Knight Commander Meredith wielded the brand for far lesser offenses, believe me. Ирван, здорово. Спас и чего? Why would Maddox need так, кто там постоянно позади ходит? When the mages rebelled in Kirkwall, the worst battles took place at the gallows, in the circle itself. And I thought Maddox had died in the fighting, or was eking out a living on the streets. A hard fate for a tranquil in Kirkwall. Samson must have found him, taken him in. В шахте я нашел музыкальные версинки, вроде это был не первый, а значит Максим из Ротбы. Да. Вот дошел до второй части, наконец-то. Ну, вторая еще более или менее. А вот ты! Инквизиция — это говно! В Самсоне осталось человек... В Самсоне осталось человечество. Perhaps there's something left of the man Samson used to be. Or he's shrewd enough to know an extraordinary resource. It seems Maddox built Samson's armor for him and maintains it still. Tranquil and Kirkwall needed rare and expensive supplies for their enchantments. Supplies we can trace. I can have our men kick down some doors, Inquisitor. Samson's armor might lead us right to his stronghold. Ну, вещи доступны только для твоего героя. Скорее всего, типа, это одежда. Вот, и да, она доступна только для определенного класса. Такое есть. Такое бывает. Так, а что там? Типа, куда он меня отправил? Отправьте агентов на поиски Маддокс. Да ты издеваешься, что ли? Пендрагаст. Может, ты свой персонаж Пендрагаст назовешь? Давай персонажа назовем Биба и Боба. Правда, это касается только брони. Ну, да потому что персонажи... На самом деле, идея второго Dragon Age в плане брони мне понравилась больше. То есть персонажи, они в принципе, ну, дизайнерские, типа в кавычках, ну, хотя они на самом деле. То есть у них есть какая-то особая броня, чтобы ты их не одевал непонятно во что, то у них есть броня, и ты ее просто улучшаешь. Это хорошая идея, на самом деле. То есть надевай доспехи на своего персонажа, а пускай те будут, ну, как они есть. Нормальная тема. Где там Самсон? За неимением другой зацепки Каллен начал выяснять, кто мог поставлять Маддоксу обмундирование, а, точнее, оборудование и материалы для доспехи Самсона, лириум, реагенты, гномий, инструменты и прочее. Каллен собирается расставить патрули на дорогах и мостах, чтобы поискать признаки торговых операций и перевозок со стороны красных храмовников. Давай. Инквизитор, мы заметили, как часть оставшихся красных храмовников Самсона сопровождает караван с грузом, движущийся в дикие... в дикие земли. Возможно, как... Да что ж такое? Меня там Андреш, походу, материт. Возможно, как раз штаб. С минут на минуту ожидаю подтверждения и уже начал... собирать отряд солдат на сопровождение. Хотел бы отчитаться лично, когда будет возможность, командир Каллен. И сам Каллен это зачитывает. Какого хрена? Блин, ненавижу икать. Гадость. Штурм лагеря Самсона. Да, даю. Подожди, а где лагерь Самсона-то? Да, с Драперман, да, конечно. Тебе позволь. Алло? А, извинись. Да что ж такое?
Сейчас, дайте я вот и пойду выпью. Я ненадолго. Что-то эта гадость не отстает. Так, здорово, Сухаймер. Честно, мне кажется, что сюжет второй части больше рассчитан на магов. А, теоретически да, потому что семья Хоука отступники. Там реально выглядит так, как будто маги должны быть. Да, больше для мага-человека рассчитан сюжет. Чем война или Рогу? Ну, не знаю, мне за файтера понравилось. Опять же, типа... Если играть за мага, то тебе достанется братан. Братан бесит. То есть сеструха, найс. А также, если сеструха где-нибудь застрянет, то она может сказать: старший брат, я застрял. Вот, как-то так. Так. Надо было просто языком небо подтыкать, когда... Да-да-да-да. Небо подтыкать. То самое небо потыкать, да? Гриндишь? Да не, пока что не гринжу, у нас сюжет. Типа, я уже на большинство гринда просто забил. Так, Валруэ... Мы сегодня... Андрей, чтобы ты понимал. Подожди, а где... Подожди, вернись. А я не понимаю. А как штурмом-то заняться? Поговорить с Каллином о штурме. А, поговорить. Ёперный театр, слушай, Скален, ты меня задрал, серьезно. Так, даже одеяние отца, если вспомнить, может, мама, почему нельзя маг взять? Ну, я знаю, братан бесит, но он куча народа бесит. Да, братан, там вообще какой-то конченый, что ты ему не скажешь? Он такой, да слышь, ты меня недооцениваешь. Ну, короче, типа, братское соперничество, походу, хотели сделать. Но он только бесит. То есть я не вижу проблему в двух магах в отряде или двух разбойников в любой. Так у меня и было два. Единственный хилер нормальный в пати — это Андерсон. Но Андерсон тот еще говнюк, блин. То есть, типа, серьезно. Они там настолько партию персонажей сделали, что часть персонажей ты просто берешь, потому что аналога нет. Вот, то есть один танк на игру, один танк. И типа один хилер. Ну вообще класс. Выбор. What have you found? Самый лучший. We have him, Inquisitor. We found Samson's lair. My duties usually keep me here, but for Samson, I'll make an exception. Как же замечательная игра. Это самая дебильная игра за последнее время, в которую я играл с Вархаммер. Так, хорошо, что пойдем вместе. Looking forward to fighting by your side, Commander. Likewise, Inquisitor. We'll depart at your leave. Ну, как бы, я не знаю. Храм Думата.
Храм Думата это тут? Такой нахрен храм Думата? Ты не понял, где этот храм Думата? Так, еще раз. Такс. Отправляйтесь в лагерь Самсона возле храма Думата. Какого нахрен храма Думата? А, во, храм Думата. Самсон выращивает красный лириум в телах людей, и его доспехи изготовлены из лириумных кристаллов. Хоть Самсон... Самсону в доспехах кажется неуязвимым, должен быть способ ослабить его. Класс, вы не знаете, как его ослабить. Класс. Так, вот бы вышел ремейк или ремастер, и там бы изменили это, можно было сказать, кто будет охранять маг. Но, смотри, в чем проблема второй части? Там сюжет вообще непонятно, как сделали. На самом деле, по DLC, в котором Корифей появляется, не помню, как называется, наследие, что ли, более или менее понятно, в чем была основа сюжета. То есть, если бы они как основу сюжета сделали бы это было выглядело бы лучше. Но вместо этого мы получаем, типа, какой-то огрызок от игры, поэтому какой ремастер? Надо... Или ремастер, ремейк. Ну, короче, надо игру полноценно переделывать. То есть вторая часть, она хороша только своей боевкой. Ну и то, боевка специфичная. То есть хорошая часть — это первая. То есть Origin. Origin классная. Сделать бы прикольную боевку под нее, было бы вообще кайф. Вторая часть, надо сюжет перелопатить. То есть сюжет DLC сделать как основной и все к нему подводить. То есть ты типа разбираешься в городе, и тебя пытаются убить, и ты влезаешь вот в эти разборки с Корифеем. То есть в конце он уходит. Может быть, этот сюжет еще более или менее сыграет. То есть на самом деле задумка-то хорошая. Просто на деле как-то слабовато. Так. Вот. Ну, а третью часть, мне кажется, ничего не спасет. Ее тоже перелопачивать надо все. Ну и опять же, это BioWare. BioWare это я, а я, ну, я не знаю, что они нормально сделали, кроме... ну, хотя не Fallen Order сделали, но все равно. Хотел сказать, Кайлона нету, а он с нами. Здесь все, Кайл, он с нами. Нахрен 19 левел, ну серьезно, игра, блин. Кто геймдизайнер этой игры, ну вот, вот. Типа, каким образом так получилось, что я вот в таком сейчас состоянии? Чем смысл вообще? Короче, дубасти их. Слышь, сюда пошли. Знаете, они напоминают римских легионеров из этого, типа, из Астерикса и Обелиска. А, нет, они выпили магическое зелье. Куриный реквием надо сначала поделать квесты без драчки, а потом качаться на бандитов и так далее вообще. Хотя этих реквием сейчас не нужен. Кстати, типа, я что-то слышал, что выкатили какой-то прикольный мод, но его постоянно дорабатывают на Morrowind, и там еще вообще что-то мега крутое. Так что вот мне вот это интересно. Мне Skyrim, если честно, не зашел. Очень упрощенная система прокачки персонажа. Странно прописанный квест. Ну, то есть, типа, нет ничего, ну, вот. То есть, как бы, основа квеста прикольная на самом деле, но вот что-то как-то подкачали, на мой взгляд. Но, опять же, это The Elder Scrolls, это экшен RPG, все прикольненькое, но вот что-то как-то, на мой взгляд, слабее Oblivion и... От этого. Но не в техническом плане, конечно. В техническом-то она, конечно, сильнее. Но слабее Morrowind того же самого и, типа, этого Oblivion. Ну, что-то как-то это так. Я бы лучше в Oblivion сыграл, либо в Morrowind, чем в Skyrim. Чё вы так его обожаете? Skywind? Не, не Skywind. Там тоже какой-то ремастер, Rebirth. По-моему, Rebirth. Недавно, короче, новую версию типа выкатили. Блин, не помню, где об этом читал. Какие вообще новостные каналы я читаю? Знал бы. Ну, короче, Rebirth.
Посмотрите, есть Карим Реберф? И недавно, типа, для него новая версия выходила. Если да, то я о нем говорю. Skywind, оно непонятно, когда выйдет. То есть это Morrowind на движке Скарима, но, типа, там даже, и, ну, как бы, играбельного билда вроде как нету. То есть, ну, как бы, как-то так. Шо это у вас тут? По идее, храмовники должны быть такие дисциплинированные солдаты. Ух, хрен, у них тут что-то полыхает. Или то, что мы на них напали, короче, типа. Какие-то проблемы. Ха-ха! Так, давай, Андрей, спокойной ночи. У тебя этих реквиемов сейчас тоже для жопы нафиг. Реквием Morrowind Rebirth. А, Рдис, Вахаммер, я пропустил твое сообщение. Андер самый классный чувак. Вахаммер, в чем он классный? Он там только ноет. Андерс классный в Awakening. В Awakening он классный, серьезно. То есть, типа, реально такой крутой напарник. А в этом, во втором Dragon Age он только ноет. Он такой, блин, короче, магов прижимают. Вот он только ноет-то. Типа, чувак, ты мой самый лучший братюня, а иди помоги мне. Блин, чувак, извини, короче, я тебя подставил. Типа, чтоб ты мне помог взорвать ту церковь. Я такой, чё? Кабздец. Интересно, а Калин, ты же выживешь без Лириум? Возможно, наш выбор повлиял на вот это. Короче, типа, Андерс, ужас. Только ноет. Hello, Inquisitor. You know me. It's Maddox, Samson's Tranquil. Something's wrong. I'll send for the healers. That would be a waste, Knight Captain Cullen. I drank my entire supply of Blightcap essence. It won't be long now. Мы не причинили тебе вреда? We only wanted to ask you questions, Maddox. Yes, that is what I could not allow. I destroyed the camp with fire. We all agreed it was best. Our deaths ensured Samson had time to escape. Я тоже решил, не надо. You threw your lives away for Samson? Why? Samson saved me even before he needed me. He gave me purpose again. I wanted to help. Не помог бы мне. Я бы тебе не помог разъебать церковь. Какого хрена? Слышь, Свакамер, мы с тобой можем трахнуть всех. Зачем там какие-то там церкви взрывать и так далее? Тем более там была Милфа. Свакамер, понимаешь, ты взорвал Милфу. Как тебе после этого живется? Ну идите, какие-то важные сведения. Самсон зассал и куда-то свалил, да? Встретиться в Скайхолде с Калином, поговорите с Дагном, с метром Маддокса. Так, давай Валруэр. Нам для Кассандры нужно, типа, шоколад купить, чтобы она нас пустила в постель. Да, ну значит, нас с тобой не по пути. Сахаммер, блин, ну серьезно, у тебя что, выбора другого? Типа, ты что, ныть собрался? Не ноть, становись лучше. И... Так, погоди, Сахаммер, ты отказываешься от Милфы? Ты отказываешься от Милфы? Ты что там? Сама посходил. No what an unexpected like pleasure. Your patron is my you patron, must have had a long journey to the city. Might there be any news from this house? Ваш любимый безопасности. There's a letter from Eleni. He's safe with his family in the Dales. Oh, my Eleni. Oh, bless you. The Dions will sponsor the Duparakets
as a family deserving of a noble title, Inquisitor. You have my word. Now please, forgive my hastiness, but I must read Ellerly's words. Make her keep you. А ну, цветы мне продали. By the maker, it's the Inquisitor himself. Would you care for a bouquet of flowers, your worship? The roses have been exceptional this season. Ты цветочница? You sell flowers, I take it. Oh, I don't sell them so much as I grow them. All for the halls of the Winter Palace. Empress Celine does so love the pink daisies. They're quite difficult to cultivate. But I don't think they'd begrudge a few flowers for the Herald of Andraste. It can be our little secret. I was looking for some flowers, in fact. Indeed. For what occasion, if I may ask? For a lady friend. Oh, no, simple wild flowers for you then. I have just the thing. I'll send them to Skyhold, in fact. Rare beauties your lady will adore. О май гад! Так. Нить Скайхолл с Каллином. Идеальное свидание. Поищите свечи в лавках Валуреля. Поищите сборник всех... Ёперный театр. Свечи в лавках. Шо? Я даже не знаю. Свечи в лавках. Все, охренели, блин. Какие нахрен свечи? Какие нахрен лавки? Так, купить. Свечи есть? А если найду? Так, короче, типа, мне срать, я хочу быстро все это найти, потому что... Так, идеальное свидание. Так, хотел написать Скарим. Inquisition... Угу. Так. Поговорите. Поищите свечи. Он находится на стенде у торговца Пьера Мари в графе прочее. Торговец Пьер Мари. Кто? Ты Пьер Мари? Нет. Так, нет, я просто считаю, что Андер сделал правильное решение, уничтожил главу церкви и компромисс, на который всякие там архимаги терпели, наверное, бы пошли. То есть, Свахаммер, ты за то, чтобы убить кучу народу, да? А, типа, если кто-то тебя захочет убить, потому что из-за тебя какие-нибудь бы маги пошли бы на компромисс, ну ты этот... Там, аккуратней! Три маленьких императрицы. Прочее. Это прочее, это рецепты. Эскизы, прочее. Так что хрень. Пьера Мари. Пьер Мари. И стоит ли тут мало разъявить клоунов в жестких войсках. Так. Свахаммер, во-первых, маги не могут разъебать клоунов в железных доспехах, потому что эти клоуны специальные антимаги. Так что, если понятие камень, ножницы, бумага тебе непонятно, то это как-то так. Во-вторых, маги там, большинство, не боевые. Это просто люди, которые обладают магией. То есть ты чё, их хочешь, чтобы их поубивали? Ну серьезно, что это за типа какое-то странное мнение? А еще что скажешь? Дичь. Ты кто? Ты купец. Ты Хавел. А доспех Хавела у тебя есть? Подожди, а тут может как-нибудь пишется? Нет. Свечки продайте. О, Пьер Мари! О да, так. Самая романтичная свеча в ТД. Хрена себе. Еще ничего не стоит. Какого хрена?
Так, где мы фигачим наверх, сходим к парню и купим у него знания о каком-то говне. Так, а сколько он там просил? Типа, по-моему, дофига просил, но у меня типа денег дофига, я не знаю, куда их тратить. А ты не знаешь, кто я? I'll inquisitor. Of course you are. I am. And at this moment you are just as important as any other dreamer who enters my boutique. And just as deserving. Well, goodbye then. Mind the flooring. Вот ну нахренел, блядь. Чё у тебя там? Загадочная шкатулка за 9к? Сколько мне денег? 242 тысячи! Пш, изи покупаем. Я купил вот это. Purchased. What becomes of Darabon? А? Вот так хэл я купил, шит с говно. Понятно. Не, подожди, еще в Редклифе что-то. Редклиф. Че там стихи надо было купить? Мне даже интересно для остальных персонажей, что нужен был. А почему в Редклифе именно, типа, продают все? Блин, что так Редклиф странно изменился? Типа это там наверху? Ну, стихи, наверное, впрочем, должны быть. О. Good to go. Добрый день. Так, поищите свечи, поговорите о центрах. Поищите свечи. Ищите сборник стихов книг торговца в Редклифе. В разговоре торговец расскажет вам, что на него пуск. А, с ним еще поговорить надо. Да блин, а как же поговорить? Чё так сложно? А, ну да, торговец книг. Всё логично. Must be the surfacer they call the Inquisitor. That right? Wish I could sell you some books. Wish I could sell anyone some books. Sod it all. Гном продает книги? You're a bookseller. Normally, yes. No need to look at me so funny. Thought I'd come here and try my luck selling books and scholarly crap to all the mages crowded hereabouts. Naturally, they've all up and vanished like a fart in a cavern. I'd go home if I just had any of my stock. What a mess. А что случилось с книгами? So what happened exactly? Surfacers happened. It took all my coin for bribes just to find out the damn Templars ambushed my wagon before it got here. Thought I was bringing supplies to the robes. So it's out there, but who knows where. Any books of poetry in your wagon? Sure. Mages love that stuff. Fat lot of good it does me now. Так, идеальное свидание. Чё там? Сейчас всех отфигачу. Кто мешает свиданию? Ба-ба-ба-ба-ба.
Блин, это все, мне доспех не нравится, в который я бегаю. Он реально визуально выглядит хреново. Честно, они типа крутые доспехи не могли сделать красивыми. Ну, понимаю, дворфийская работа, все дела, но, блин, ну что такое? Знаете, на крестьянскую одежду типа какие-то латные хрени надели. И чё, какого? 5-го левела парни будут? 15-го? Хренавы! Ты чё медлит? Эдде. Такс. Блин, такая музыка из Чужого, блин. Книга, походу. Да, сборник поэзии. Ой, сейчас кинжатин, наверное, будет. Погнали. Вивьен, мадам де Фер. I trust all is well. Я хочу поговорить наедине. I'd like to speak with you in private. Oh? How private? There's a grove just outside of Skyhorn. Meet me there. If you're certain. I am. Trust me. Это реально местами кринжовый. On the aching branch do blossoms grow, the wind a hallowed breath. It carries the scent of honeysuckle, sweet as the lover's kiss. It brings the promise of more tomorrows, of sighs and whispered bliss. You can't be serious. Тебе же это хотелось. As I recall, your list was very specific. And that is the poem you chose. Я свечку не увидел. Где свечка была? А не тебе не нравится? What's wrong with it? Вот это самые красивые свечки? Commendum de amatus. I thought this one was banned. His lips on mine speak words not voiced, a prayer, which travels down my spine like flames that shatter night. His eyes reflect the heaven stars, the maker's light. My body opens, filled and blessed, my spirit there. Кассандра, что-то вообще капец читатель. Flesh, brought to life. Shall we read another? А что это вы там делаете? Say one of two things about me. That I stood at the Inquisitor's side, his protector and his lover. Я ничего не видел. У меня камера загораживает. I was led astray by the wiles of an elven madman. Чего это они так разошли? А тебе что ближе? I don't care what they say. What do you believe? Мы все видели. Мы ничего не видели. Это показалось. Это жуки были. Баги. Визуальный артефакт. Какого хрена? I have never known anything like it. I've been with only one other man in my life. A mage. Не, вообще печально, что они вот так вот все показали. Там до этого было довольно-таки интересно все. В играх. I will not let Corypheus win. I will not let him take you from me.
Я люблю тебя. Все. I love you. И звук. Чего? Это что? Не знаю, мне что-то типа звук пропал, я не понял. Игра перевозбудилась. Кассандра! You are quite distracting, you know. Чего? Насчет лекарства от усмирения? I want to talk to you about the cure for tranquility. It's not a cure. Not truly. Mages who are once tranquil lose all control over their emotions. They become irrational, unable to focus. Perhaps that eventually passes and they can be helped, but it will take time to investigate. Ну ты собираешься об этом узнать? You are going to look into it. That is my intent. I would not want news of a cure to spread until we know for certain we can help these people. Once we have that, however, then I will spread the word myself. Чё, давай побудем вдвоём? I was hoping we could spend some time together. What could we possibly do to pass the time? А чем мы займемся? А в смысле, у них тут два есть видео? Не, ну если это вы все, что делаете, ну, блин, я не знаю. Ёберный театр. А чем мы займемся? Давай на сами, короче, странные звуки поиздаем. У них насморк, я понял. Все, Кассандра, мы расстаемся. Мне не понравилось. Такс. Подожди, а женская версия романа это... Ну, типа, для мужского персонажа это только Кассандра? А, не, ну и Жозефина, скорее всего. Окей. Чё Кальня там замутил? I wanted to thank you. When you came to see me, if there's anything... This sounded much better in my head. Ты себя лучше чувствуешь? I trust you're feeling better? I... Yes. Is it always that bad? The pain comes and goes. Sometimes I feel as if I'm back there. I should not have pushed myself so far that day. Рад, что сумел помочь. I'm just glad you're all right. I am. I've never told anyone what truly happened to me at Ferelden's Circle. I was not myself after that. I was angry. For years, that anger blinded me. I'm not proud of the man that made me. Now I can put some distance between myself and everything that happened. It's a start. Ты слишком строг к себе. You're a better person than you give yourself credit for. I appreciate the thought, but I know who I am. Anyway, I meant to thank you, not trouble you further. You've enough to worry about. How are you holding up? Мне будет лучше, когда выведем. I'll feel better when we take down Corypheus. As will I. He will not elude us forever. А что с Самсоном? Типа, один из главных врагов будет под конец или что? Только Жозефина осталась? А, не, подожди. Встретиться с Скайхолди с Калена, поговорите с Дагне. Ладно. Блин, серьезно. То есть мне все равно с Каленом надо поговорить? Да ты издеваешься! Для мужчин Кассандры и Дориан? Серьезно? Только они двое? Для женщин Блэквелл Солос. Серьезно, Солос есть. Окей.
Кален, эльфы и люди и Исса. Чё? Кален? Для женщин. А, Кален. Соло столько лифийки. Ага, все, я понял, что имеется. Кален, эльфы и люди и Сера. Общие Жозефина бык. То есть, типа, для женщин вариантов больше. Ах, они, блин, а? The red lyrium deposits are being destroyed, and we've cut the red templars down to the core. It's a pity Maddox thought his sacrifice was the only answer. But that leaves Samson with a severely curtailed army and enchanted army he can't maintain. You did it. У нас получилось, Кэн. We both fought to make this happen. Don't sell yourself short. Well, I thank you, but my work's not done yet. We're getting recruits by the hour. There's more than a few ex-Templars among them. We've struck a blow and given people hope. This is a true victory. Inquisitor, I finished it. Are you talking? Sorry. Have it anyhow. You mean this rune? It's not just any rune. I made it with red lyrium and what's left of poor Maddox's tools. The rune acts on the median fissures of lyrium to... It'll destroy Samson's armor. He'll be powerless. И Корифей потеряет генерала. We'll cut Corypheus off from his most powerful officer. Maddox covered Samson's tracks thoroughly. But wherever Samson's retreated, we'll find him. Your army stands ready, Inquisitor. For Samson, for Corypheus, for whatever you command. Понятно. Ну это походы типа, чтобы зафигачить. Так, Жозефина, погнали. Ну да, в общем, Солоса не хотели по определенной причине, но потом добавили Кален, ну понятно, только магов камельф, людей не было никого. Понятно. Что это? What happened here? The House of Repose decided to pay a visit. The guards arrived in time, but I should have guessed the assassins would infiltrate the servants. Ты в порядке, Жозефин? Are you sure they didn't hurt you? They only frightened me. It was also sudden. Leliana assigned people to shadow me. They appear to have saved my life. I owe you everything, Sergeant. Only my duty, Ambassador. I'll talk with the spymaster about these murderous louts. She'll find how they got in. Чё? Any news on the House of Repose, Inquisitor? Пока. Let's speak later. Another time. Подожди, а чё? Ну вот, Жозефина. Каковы наши дальнейшие действия? We need a judge of the royal court to procure documents acknowledging them as nobility again. Организуйте любезность для судьи за столом ставки команды. Да вы достали уже, серьезно. Мне кажется, это самый затянутый странный квест. Я думал, будет прикольно, а ты то... Ставка командования, с кем-то поговорить, ставка командования, поговори с Жозефиной. Неинтересно. Я думал, там, типа, где-нибудь поучаствую. А чё? Теперь на сиди большой. Нашу исследовательницу привела в восторг идея использовать золотого нага в качестве примянки. Она считает, что воспользовавшись ее знанием о породах нагов, а также... Да заткнитесь вы! Задрали. Она знает, что воспользовавшись ее знаниями о породах нагов, а также устранив хищников в округе, можно будет применить нечто большее, нечто способное поддерживать боевой дух на полях сражений. Такую возможность определенно стоит рассмотреть. Если нужно установить приманки, все будет сделано. Давай. Инквизитор. Нашим людям удалось поймать нечто. Нечто большое и упрямое. Вы искали ездовое животное, в котором воплощалось бы упорство Инквизиции. Оно, честно говоря, затрудняет сказать, что именно оно воплощает. Но он определенно подходит для езды. И он определенно очень упорный. Не знаю, что тут еще сказать. Сообщаю, где его можно найти. И передаю слова обнаруживших его людей. Это ж какой-то большущий наг! А типа я что-то получил или что? Чтобы мы могли запросить дворянство для дюпаракетов, бумаги должен подписать орлесианский судья. Я договорился с судьей Олдом, но он просит, чтобы отряд солдат Инквизиции сопровождал его на охоте в Морозных горах.
По словам судьи, в нескольких днях пути на запад от Скайхолда в пещере обитает паук с лошадью величиной. Он будет рад эскорту, хорошо знающему горы. Вышли из судьи несколько разведчиков и офицеров, и он с радостью подпишет наши бумаги. Давай. Инквизитор, судья Олд, подписал бумаги, необходимые для восстановления дворянства Дю Паркетом. Остался последний шаг. Документ должен скрепить печатью императорский министр. Пожалуйста, зайдите ко мне, как только будет возможно. Кстати, говорят, судья передает благодарность. Охота оказалась неимоверно увлекательной. А наши солдаты храбро показали себя при столкновении с неким вопящим людоедом. В лазарете уверяют, что раненые скоро поправятся. Ого! Что за вопящий людоед? Да, так, вообще думаю, кем в Инквизиции играть. Сначала думал за воина, так как за мага уже проходил. Ну, воин это топ на самом деле, на мой взгляд. Чё, у тебя там никто не напал? Как, а вы дальнейший? The minister will be at a small fete thrown by the Marquis Wiscott. I'll get you an invitation. Any news on the House of Repose, Inquisitor? Да, дальше что? What's the next favor we need to get these Duparakets a lordship? We must persuade the minister Belir. Что надо? Мне просто написано поговорить с Жозефиной, она откуда-то отправится. Отправить став командование. Опять став командование. Как во второй части вставлять руны в вещи? У тебя уже есть свой дом? Если нету, то, по-моему, у дворфа, там типа на торговой площади дворф стоит, у которого руна может покупать, за ним какая-то, типа, это, какой-то стол, по-моему, там вставлять. А потом у тебя дома появится, когда, типа, свой особняк у вас будет. Что-то такое, по-моему. Че, опять не угадал. Леди посол Монтелье. Простите за поздний ответ. Было очень приятно получить от вас письмо, но я только-только выбрался из долов. Управлять владениями в условиях гражданской войны стало еще сложнее. Мне было бы легче, будь я вхож в совет Геральдов, но в этом отношении мне, увы, не повезло. Всегда буду рад видеть Инквизитора на своих скромных праздниках. Жаль, что пока не имею возможности сделать их такими грандиозными, как мне бы хотелось. Миледи, прошу вас, обещайте, что предупредите его милость о том, что из-за большой занятости у меня не будет возможности устроить гостям прием, достойный их пышности. Глубоким уважением. Маркиз явно напрашивается на введение его совет до посещения вами праздников. Я все организую. Инквизитор, стало известно место и время проведения праздника Маркиза. Вы должны переговорить наедине с министром Белис об одобрении возвращения титула Дю Паркета. Это последнее, что необходимо для этого дела. От нее зависит успех всей нашей затеи. После глубинных проб может только... А, разве после? А за дворфом нельзя было разве? Такс. Отправляйся на праздник маркизм. Куда? Да, ну. После попытки Жозефины вернуть своему семейству право торговать в Орле, на неё... А, ну, мы это узнаем. Фига, ну тут. Оу. Интересно, мы сегодня до основного квеста дойдем. Типа только напарникам помогаем. А, я думаю, на знатный прием пошли. Thank you for seeing me in private, Minister Belis. I chastise you for taking me from the party, Inquisitor, but the Marquis throws such dull affairs, it's hardly worth it. I assume you wish to discuss your petition to elevate these Duparakets to a minor lordship. Tell me, why should I allow you to pollute the Orlesian nobility any further than it's already been muddled?
Дюпарк заручиться моим расположением. Surely even a minister could do worse than have the Inquisition in her debt. I am a well-positioned woman. I require something more concrete than vague promises of future gifts. And do not attempt to charm me. I am far too old to tolerate it. What can you possibly provide that will make your petition worth my effort? Связи за пределами Эрли. Diplomatic connections that reach far beyond the boundaries of Valroyo, perhaps? I might make use of your ambassador. The Montilliers aren't what they were, but at least they're from proper stock. Arrange for me to be introduced to the court of Antiva. I hear winter is most pleasant by their sea. Very well, Inquisitor. Should you fulfill this bargain, I shall raise the Duparquets into lordship. Ты что-то подохренел, макушка. О, это девушка. Только заказать? В смысле, ты можешь заказать, но не можешь поставить? Странно. Это, о, это девушка? Ты имеешь в виду по поводу маркиза? Ну, возможно. Жозефина. Теперь с тобой, наверное, поговорить. Блин, потенциально квест выглядел прикольно, но на деле оказалось просто шляпа. Я думал, надо будет в диалогах участвовать, типа подковерные типа темы разруливать и так далее. А на деле, ну, понятно. Все за пароль. Меня только по карте гоняют, блин, устав командования. Эх. Да какой нахрен журнал? Ой, ее можно продержать что-то же вариант, но тут только ты закунари, то ли до того, как заведешь роман. В смысле, четвертый вариант. А, все. Типа, а чё там за вариант? Я не знаю, что там написано. Ну что, я Жозефина. I received a letter from the House of Repose, Your Worship. They acknowledge their contract is null and void. There is no longer a price on my life. Рад, что ты в безопасности. I'm glad you don't have to live your life looking over your shoulder anymore. I regret we were forced to deal with them. That you are endangered by my party. Да какой опасности, блин? Я даже никому не втащил. I used to be a bard. You were a singer. Bards entertain the Orlesian court. They sing, play music, make charming conversation, and spy. Many young nobles put on a mask and practice playing the game in such a fashion. Соблазнить? Закунари? Как ты решилась на такое? What made you interested in becoming a bard? I was attending a university in Valroyo when I learned about bards. There was such an air of romance about them. Stories of secrets, trysts, and fascinating people. A group of us, young gentry from Antiva, decided this exciting life was for us. Не могу представить тебя в этом. You seem a bit steady for such an outgoing lifestyle. The life of an entertainer didn't suit me at all. During one particular intrigue, I encountered a bard sent to kill my patron. We fought. Or perhaps scrapped is the better word. Both of us terrified. We were at the top of a steep flight of stairs. The other bard threw a knife, and I pushed him away from me. You can imagine the result. You were only defending yourself. But it was such a waste, Inquisitor. When I took off his mask, I knew him. We'd attended parties together. If I'd stopped to reason, if I'd used my voice instead of scuffling like a common thug, I'll always wonder who that young man would have grown into.
Вряд ли кем-то щепетильным. He seemed willing enough to murder you for the game. Perhaps. I feel I'm the last to judge whether or not he would have actually used the blade. In all the commotion, forgive me, I don't believe I ever thanked you for helping me with this. Этим ты спасла семью. Hold on to it. Don't lose sight of why you came here. I will never forget you helped save the House of Montpellier, Inquisitor. And should you ever visit Antiva, stories of the welcome we'll give you will be told for years. Понятно. Злой урок, миссию выполнил. Ей! А знаете что? Наконец-то пойдем по основному квесту. Ей! Возможно, еще квест напарника потом со временем появится, потому что, типа, некоторые карточки не изменились. Или они должны были, или не должны были измениться. Тебе что? A pleasure. Хочу спросить тебя более лично. О чем? Это ты лично называешь. Я думаю, не знаю, там скажет. Спасибо, там особый диалог, там еще что-нибудь. Понятно. Ну то что, погнали. По-моему, там на какой-то бал мы должны были, да, отправиться. Злые глаза, злые сердца. На императрицу готовится покушение. Смерть Селины посеет в Орле и хаос. И страна станет легкой добычей для Корифея. В зимнем дворце Халамширала Селина... Под своим, так, пышного бала проводит мирные переговоры со своим двоюродным братом, великим герцогом Гаспаром. Будут присутствовать все дворяне империи, и засланному убийцу будет легко нанести удар. Нам нужно получить приглашение и помешать Корифею разрушить Орлей. Если поторопимся, то успеем. Погнали. 15th. During the festivities, Celine will be meeting for peace talks with the usurper Duke Gaspard and Ambassador Briala. The assassin must be hiding within one of these factions. Так, ладно, может просто предупредите? Do we need to go to the peace talks? The Empress must have personal guards. We could just warn her she's in danger. We've made the attempt, but it seems that our messages never reached her. Someone intercepted them. It's better that we don't leave this to chance. If Orlais falls to Corypheus, no land is safe. Понятно. Расскажите мне о Гаспаре. What do we know about Duke Gaspard? The man who would have been emperor. He's Celine's cousin, and was first in line to inherit the throne when Emperor Florian died. Celine outmaneuvered him. She won over the Council of Heralds, who hold authority over title disputes. She became empress, and he a general in the Imperial Army. He's well-loved by the troops. He's also a chevalier. Most of their number sided with him when he turned on the Empress. Mm-hmm. Gaspar is chevalier. Aren't the chevaliers part of the army? Why would they follow the Duke? Most chevaliers are sworn to serve the crown, but that does not give them faith in the person wearing it. The Empress has tried to improve relations with Ferelden and Navarra. The chevaliers see her as anti-military. They believe Gaspard could lead the Empire back to the glory of Draken's expansion years. Чёртов мужлан. Так, расскажите мне о Бриале. Who is this Ambassador Briala? An ambassador in name only. She has organized the elves of Halamshiral into an underground army. The Empress invited her to the peace talks in a bid to gain the elves' alliance in the war. That would be scandal enough, without the rumor that Briala is a jilted lover of Celine's. A personal grudge and a network of saboteurs at her command. Promising lead.
У Селины была любовница эльфийка. Wait. The elven leader is a jilted lover of the empress. It's not widely known. Just a rumor whispered among the palace servants a few years ago. If it's true and where to get out. The empress and an elf. The scandal could destroy Selene's court. Even if a lie, Briella could use it to blackmail the empress. She has some connection to the throne. А расскажите мне о Селине. Tell me everything we know about the empress. Empress Selene is a renowned diplomat and reformer. She works tirelessly to secure peace for the empire. Unfortunately, many Orlesians view peace as complacency. She has yet to name an heir, leaving the future of the empire in doubt if anything happens to her. Especially when the next in line is her cousin Gaspard, who's made few friends on the Council of Heralds. Selene is surrounded at all times by countless guards, courtiers, servants, and vassals. What better place for an assassin to hide than the Empress's own household? Gaspard, наследник Селин? How can Gaspard still be next in line while he wages war against his Empress? The title Grand Duke indicates that he was a prince before the Empress mm-hmm. took the throne. Нужно много обдумать. You've given me plenty to think about. With Gaspard and Selene's armies entrenched, we cannot openly march troops to the palace. My agents will ensure your soldiers get inside, but it must be a few at a time to avoid attention. Understood. Just give the word, and we'll begin. Злые глаза и злые сердца. На императрицу готовится покушение. Так. Подтвердить. Ну, погнали. Ты. The political situation in Halam Shiral hangs by a thread. The Empress fears our presence could sever it. The Grand Duke is only too happy to have us at the ball as his guests, so our invitation comes from him. Whether we act as his allies or upset the balance of power, he gains an opportunity, if not a clear advantage. Где маска? It is a great pleasure to meet you, Inquisitor Lavellan. The rumors coming out of the Western Approach say you battled an army of demons. Imagine what the Inquisition could accomplish with the full support of the rightful Emperor of Orlais. Было бы впечатляюще. I can see many benefits to such an alliance. Keep the image firmly in mind. We may see it materialize by the end of the evening. I am not a man who forgets his friends, Inquisitor. You help me, I'll help you. Prepare to shock the assembly by appearing as the guest of a hateful usurper, my lord. They will be telling stories of this into the next age. Рад помочь. It's a pleasure to meet you, Duke Gaspard. I look forward to ending this civil war. As do I, my friend. The Empire needs stability and security now more than ever. If you have the safety of the Orlesian people at heart, Inquisitor, perhaps you will look into something for me. This elven woman, Briala, I suspect that she intends to disrupt the negotiations. My people have found these ambassadors all over the fortifications. Sabotage seems the least of their crimes. Ну, в этом стоит разобраться. That sounds like something I should look into. Be as discreet as possible. I detest the game, but if we do not play it well, our enemies will make us look like villains. We're keeping the court waiting, Inquisitor. Shall we? Is that the Inquisitor? Расположение двора 40 из 100. Окей. Россианское дворянство смотрит на эльфов свысока, двор весьма внимательно относится к вашему поступку. Сразу, короче, типа потеряли десятку, да, потому что эльф.
поговорить там может. А что тут? Дворянка? You there, rabbit? Have you seen a ring anywhere? It was a gift from the Countess Montbelliard, enchanted by the Fomari. I cannot go into the ball without it. Ценно? Is this ring particularly valuable? Its worth in coin is not as important as its social value. It was a gift from a member of the Council of Heralds. If she finds out I lost it, she will never forgive me. Not even if I live to be 1,000 years old. Звучит сурово. That's a terrible predicament. If the Countess finds out, make her have mercy. Should you happen upon it, I beg you, let me know. Let me know. Ну, да? Maker, what am I going to do if I cannot find my ring? Ищите дальше, я его нашел. Вы заработали расположение двора обычно, но прибавляется за изящество развлечения людей с соблюдением приличий. Чем выше расположение двора, тем лучше. You are a treasure. I cannot believe you found it. You have saved me a lifetime of mortification. How can I thank you enough? Ну окей. Вы альфа все равно не любите. Кто? Понятно. Войдите в зимний дворец. Император Жюдикаэль I заказал этот фонтан в честь исторической победы дома Вальмон над Ксавье Драконом. Четыре льва представляют императора Альфонса Вальмонта и трех его младших братьев, герцога Исидора Эрлисианского, герцога Ивона Савренского и герцога Стефана Ван Монтаньского, которые возглавили страну после узурпатора. Понятно, такая дичь. Так, ключ от хранилища какой-то требуется. Так, это вон, да, можно зайти, а тут можно с кем-то походу поговорить. Нужно статуэтки. Нужно больше статуэток Гал. Че? А там тоже подъем был, да? Так, статуэтки Галы. Мощный посох. Учитывая, что лак 15, угадаешь, что я делаю. Андрей, ты так мою футболку не прокомментировал, поэтому не буду отгадывать. Вот, как-то так. Подожди, а нужны все 10? Ты бургер кушал, ну не важно, ты уже не прокомментировал, все, Андрей. Получается, все. Че, покажи еще раз. Вот! Взял, не прокомментировал. We don't wish to be disturbed. Где безопасная точка, с которой можно послушать разговоры аристократов? Не енотик сих? Какой нахрен енотик сих? Interesting. Any word from the front lines? My spies said the bodies were beyond counting. Surely the Empress will put an end to the war tonight.
Pray, my friend. If the Maker does not hear us now, just pray. О, ключ от хранилища. О! Пришел, короче, инквизитор во дворец, и во дворце больше ничего не было. Че там, как дела, Андрей? Бургер он там ест. Так, скандальные секреты. Орлеанский монет каприз. Надо все правильно собрать, я думаю, тут очень важно все вот это вот накопить. Инквизитор, a moment, if you please. Что такое? I must warn you before you go inside. How you speak to the court is a matter of life and death. It is no simple matter of etiquette and protocol. Every word, every gesture is measured and evaluated for weakness. Я буду осторожней. I'll keep my guard up. Don't worry. The game is like wicked grace played to the death. You must never reveal your cards. When you meet the Empress, the eyes of the entire court will be upon you. You are safer in the Fade with the Fear Demon. Предупреди всех остальных. Might be a good idea for the others to hear this warning. Cassandra is usually not the subtle or cautious type. I'll have a few discreet words. Everything will be fine. And Raste watch over us all. Да чё ты там кипишуешь? Мы такого левела, что нас дракон зафигачить не может. Чё там арсианцы нам сделают? Зимний дворец, вестибюль. Понятно. А что это у вас тут? А чё это у вас тут закрыто? Ты чё, Андрей, ты победил в салате? Или нет? А нахрена тут эти повороты? Какие-то повороты, в которых ничего нет. Кайф. How can they call this a vestibule? It's a foyer. The guest wing is not open to the public. Interesting. Just gossip. Is that the Inquisitor? Interesting. I chose Dorsey. Good to know. Собрать скандальные секреты. Подожди, а там снаружи-то были скандальные секреты или нет? I heard Celine was having the entire wing redecorated. О, Кассандра. The sooner we go in, the sooner we can get this over with. Калин, Гуари. So this is just the winter. I can hardly believe what's the summer. Ты единственный, кто сдал правила? Сам свои придумал? Ща, погодите, я... так, чё, сделаем сейф. Я хочу быстро побежаться снаружи. Там точно больше диалогов никаких не было, потому что вот эта механика диалогов появилась. Ну, имеется в виду подслушивание. И они не отображаются всегда, они за секреты считаются. У меня посох за спиной был, это ухрен. Леди Найтингейл.
леди Найтингейл. Перевели как соловей. Может, я, конечно, не знаю, как соловей переводится. Мне казалось по-другому. А что это у вас тут? Бля, ты эльф! Я, походу, тут ничего. Я знаю, кто тут во дворце есть. Старая знакомая. Я думал, какой-то парень стоит. Ключ от императорского крыла. Понятно. Who does Orzammar favor in the negotiations? Большая библиотека Хламширала. Собрание книг в Зимнем дворце, одно из крупнейших в мире. Лишь библиотеки университета Орлея и столичного императорского дворца могут сравняться с ней. Полки изготовлены знаменитым шкафных дел мастером Густавом Валфонтенским. Являют собой один из лучших сохранившихся образцов инкрустации по дереву в его исполнении. С другой стороны... Обожаю, когда запись идут с другой стороны. Просто фанатею. Великий герцог Гаспар. And now presenting Grand Duke Gaspard de Chalon and accompanying him Lord Inquisitor Lavellan. Vanquisher of the rebel mages of Ferelden, crusher of the vile apostates of the mage underground. This guy writes better fiction than I do. Champion of the blessed Andraste herself. Меня мышка зависла. Did you see that face? А, вот теперь нормально. Priceless. Accompanying the Inquisitor, Seeker, Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena... Что там слов так много? Pentagost, 14th cousin to the King of Navarra, 9 times removed, hero of Orlais. Right hand of the divine, renowned author Beric Dethrus. He sold. А Солос-то где? Noble house Dethrus, Desher of Kirkwall to the Dwarven Merchants Guild. А. The Lord Inquisitor's elven servant Solus, Sir Callum Stanton Rutherford of Honley, commander of the forces of the Inquisition, former knight commander of Kirkwall. Lady Liliana, Nightingale of the Imperial Court, veteran of the Fifth Blight, Seneschal of the Inquisition, and left hand of the Divine. And Lady Josephine Charette Montillier of Antiva City, ambassador of the Inquisition. Father? Cousin, my dear sister. Grand Duke. We are always honored when your presence graces our court. Don't waste my time with pleasantries, Celine. We have business to conclude. We will meet for the negotiations after we have seen to our other guests. Inquisitor? Lord Inquisitor, we welcome you to the Winter Palace. Allow us to present our cousin, the Grand Duchess of Leeds, without whom this gathering would never have been possible. What an unexpected pleasure. I was not aware the Inquisition would be part of our festivities. We will certainly speak later, Inquisitor. Your arrival at court is like a cool wind,
on a summer's day. Это честь для меня? Delighted to be here, Your Majesty. We have heard much of your exploits, Inquisitor. They have made grand tales for long evenings. How do you find Халам Ширан? На балу в Орли. Я только на балу в Орли. Здесь прекрасно. I've never seen anything to equal the Winter Palace. We hope you will find time to take in some of its beauties. Feel free to enjoy the pleasures of the ballroom, Inquisitor. We look forward to watching you dance. Inquisitor, a word when you have a moment. А чем все одинаково одеты? Papa's perfectly happy. Josephine! Oh, Josephine! Is this him? Это я! Inquisitor, please allow me to present to you my younger sister, Yvette Gabriella Montelier. Рад знакомству. Delighted to meet you, Lady Montelier. Inquisitor, I've heard so much about you, but not as much as I want. Josephine writes, but she never tells me anything. Is it true? Rebel mages in Redcliffe were performing blood rites and orgies before you stopped them. Where did you hear such nonsense? Everyone in Antiva says so. Is it true? Боюсь, что нет. Those stories are little more than wistful thinking, my lady. Oh, how dull Redcliffe must have been then. Расскажите мне про Жозефину. This may be my only chance to hear about when Josephine was a girl. Oh, yes. As she told you about when she was 10 and... Yvette, stop. Fine. What about when we were climbing the cliffs by the... No. She once told the Duke of... Absolutely not. А что рассказывает там? With a dull collection when no one's looking. Yvette, that's absurd. Absolutely preposterous. Нормально. Так, кого бы ты поддержал? Which power should the Inquisition throw its weight behind? Selene has held the throne successfully for years. I see no profit in ousting her. Gaspard has run military campaigns, but never a kingdom. His transition would be... Конечно, это мужлан, короче, править не умеет, все это все так. Расскажи мне о себе. Tell me about yourself, Lady Yvette. This is the first time I've encountered any of Josephine's family. She would forget to mention the artists. I've been studying painting under Antiva's royal tutors. You should be proud, Josie. I'm going to be exhibiting my work next season in the city's biggest salon. Have you actually sat down and finished the painting yet? I must wait for my inspiration. And I must wait for your tutor's bits. Как проходит вечер? Enjoying the ball? I see many of... The dancing is so dull, your worship. But the Empress's gallery is magnificent. Yvette. Sorry, Josie. Да, продолжай. Come on, Josephine. Half our royal must be empty. So many of the Empire's finest are in attendance. They've noticed the Empress paying you special attention, but they don't quite know how to take advantage of it yet. This uncertainty won't last long, I'm afraid. Ну, счастливо. I'll see you later. Another time. Понятно. Can you believe it? Are you up to see? Can you believe it? What were they doing? Да что ж такое, тут взяты с другой стороны. О! В Барсианском театре! Не хочу. Стоп, стоп, стоп. Вдова. Совет. А, подожди, это она? Ладно. А, или нет. Много этих. Inquisitor, did you need something? The sooner we track down this infiltrator, the better. Такс. Есть что-нибудь сообщить? Have you noticed anything out of the ordinary? Not yet. It would be easier if people would stop talking to me. Other people. Not you. Ты подкатываешь ко мне, да? Что-нибудь посоветуешь? You have any advice? Lesion social events.
plans don't fall within my area of expertise. There are a few here we can trust. Be careful. Так, а вот поддерживаешь? Who do you think the Inquisition should support? Gaspard's claim to the throne is fair. Morlaix needs someone capable of responding to the crisis at hand. A military-minded leader seems the best option. Да у тебя почитатели. You've attracted a following. Who are all these people? I don't know, but they won't leave me alone. Не нравится бал? I take it you're not enjoying yourself. At this point, the headache I'm developing is preferable to the company. Ну не буду отвлекать. We'll talk later. I await your signal. Сигнал. Is that him? Is it true the Inquisitor was a lead-out of the Fabian Trusty? Так, поговорите с Лилианой. Что, нифига нет, что ли? Что такое? Тут он отпиться успел. Подожди, я даже забыл, что мы прыгать умеем. Ага, я вместе не могу спуститься. А, там типа танцую, да? Понятно, понятно. Good. I was hoping I would catch you. What did the Duke say? He points the finger at Ambassador Briala. The ambassador is up to something, but she can't be our focus. The best place to strike at Celine is from her side. Empress Celine is fascinated by mysticism, foreseeing the future, speaking with the dead, that sort of rubbish. She has an occult advisor, an apostate who charmed the Empress and key members of the court as if by magic. I've had dealings with her in the past. She is ruthless and capable of anything. Маг-отступник при дворе? How can Celine openly keep an apostate in the Imperial Court? The Imperial Court has always had an official position for a mage. Before now, it was little better than court jester. Vivian was the first to turn that appointment into a source of real political power. When the circles rebelled, technically every mage became an apostate. The word lost much of its strength. В этом стоит разобраться. That sounds exactly like the person we're looking for. She's worth investigating. Can't be sure of anything here. Both leads point toward the guest wing. It's a promising place to start. I'll coordinate with our spies to see if I can find anything better. I will be in the ballroom if you need me. Бурдалочи. Boring. Повторение, да? Или в какой-то момент там что-то произойдет. А что это вы тут стоите? Нужно как-то попасть в библиотеку. Тут же где-то какой-то дворянин был, да? Нет? This ball is a waste of time, like all Orlesian foolishness. Let's find the Venatori collaborator and get out of here. Ты заметила что-нибудь? Have you witnessed anything noteworthy? Nothing yet. I will let you know. Как тебе все это? You don't seem to care much for the ball. Orlesians pretend their petty squabbles are a game. Yes, let us treat murder, corruption, and deceit as delightful amusements. How wonderful. We are here to save Empress Celine, and it galls me. Why does she merit our protection? The Empire would be better off without her. Gaspard is the leader Orlais needs in this crisis. Ты так думаешь? You support the civil war. Of course not. Chaos is what Corypheus wants, and we must oppose him. Were it up to me, however, I would let Celine fall and Gaspard take the throne. He would see the true threat, not spend his time throwing balls and writing letters.
Танцуем? Ну, не теряй бдительность, я предложу. Кстати, могло бы нам в плюс сыграть. Понятно. Кассандра, Кассандра. Так, подожди, мы вон туда теперь можем сходить. Но все равно надо не упускать возможности где-нибудь там походить, с кем-нибудь поговорить. Более, Варь куда-то свинтил. Тут дворфов больше становится. Какой-то пот сходит. Что тут каждый раз, типа, это появляется? В какой-то момент что-то может послушать? О! Серьезно, она была несколько раз послушать, что ли? Кайф. Повезло. Если бы на третий раз ничего бы не подкинули, я бы больше, наверное, бы не подходил. Возможно, это потом проход как-то откроется. Походу. Зал трофеев. Что это у нас тут? Заказанная императрицей Селиной в памяти о подвиге серых стражей в битве при Дании Риме, положившей конец пятому мору, триумфе как дракон. Чё, а чё? Не знаю, что поставили. I should look around. Деньги в воду, найдены капризы. Знакомый статуя. Ливас. Шепчущий эльф. Послушайте разговор между слугами. Interesting. Вообще не палец. Мастер Стелс. Upper room. The one of the garden. Statuette. Обучить комнату в верхнем этаже гостевого крыла. О, соус. I do adore Шапочки. The heady blend of power, intrigue, danger and sex that permeates these events. Чё? Тебе здесь хорошо? You seem more comfortable with a grand Orlesian ball than I'd have expected. I have seen countless such displays in my journeys in the Faith. The powerful have always been the same. Only the costumes change. Есть что-нибудь интересное? Have you seen anything useful? No, sadly. I do not have the look of one of the elven servants, or I might well be invisible. I wonder how masked men live their lives without ever seeing that servants have an entire society of their own. If you want to find something useful, I would pay attention to what the servants do. С тобой хорошо обращаются? Have you encountered any trouble with the nobles? The Orlesians do not quite know what to make of me. I have kept to myself, for fear of giving them some purchase to cling to. The food and drink are excellent, however, and the servants have been happy to refill my glass. Ну давай. I'll be back. And well. Good hunting. Esper is wasting his time. Nothing he does could win. Interesting. Давайте послушаем. Boring. Интересно. Текс.
Монетка каприз. Just gossip. Че вы такие? Герцог Жерменсвет. Well, well, the Inquisitor. Here as a guest of my nephew, no less. I'm curious. Так, Гаспар, ваш племянник. I didn't know the Grand Duke was your nephew. He's my brother's eldest boy. Always a difficult child, Gaspar. Never listened, never did what he was told. He was raised a prince. All his life we told him he would be emperor. It was his destiny, his duty. What else should he do with his life, if not fight for his destiny? Вы что-то заметили? Здорово, Азер. Ты проснулся? Я уже скоро стрим заканчивать буду. Как поспал? Расскажите мне о войне. Can you tell me about the civil war? If you are hoping for insight, you've come to the wrong man. Да. It's war. It is brutal and terrible and sometimes necessary. There's nothing more to say. Хорошего вам вечера. Another time, my lord. Just gossip. Да в смысле только плесень? В смысле только сплетни? Проснул, в смысле, я что, проспал? А что ты проспал? Давай. Давай еще раз. Ну, давай. У вас есть что? Куда тут кровь? Кровь и вино? Good to know. О. О! Все, в принципе, работает. Should have returned hours ago, dallying with some serving girl while I deal with Gaspar's vitriol. Philip Balvan. Awfully selfish of this Philippe, running off to play and leaving you with all the work. I've half a mind to inform the Dowager. That would teach him to shirk his duties to roll some elven maid. Tonight of all nights, leaving me to convey Gaspar's death threats to the council. Wonderful timing, Philippe. Thank you for listening to me rant. You are too kind, Inquisitor. Плюс 15! Вот это я понимаю. Вот это накинули, так накинули. My lord! My lord Inquisitor! May we have a word? It is very important. The Empress has sent us with a message for you. Как я пойму, что это правда? How can I be certain this message is from the Empress? We three wear the masks of House Valmont. They signify that we are public faces of the Empress. They are also extremely fashionable. Рад услышать весть от нее. I'm always honored to hear from Her Majesty. Oh, she is the honored one, Inquisitor. Empress is eager to assist the Herald of Andraste in his holy endeavor. She will pledge her full support to the Inquisition as soon as the usurper Gaspar is defeated. Как мило с ее стороны. It's a generous offer. The Empress believes wholeheartedly that the Inquisition is our best hope for peace in these difficult times. She looks forward to cementing a formal alliance. As soon as Gaspar is out of the way. But we have taken enough of your time. Please, enjoy the masquerade, Inquisitor. Внимательно слушать. Oh my god! Шепчущий эльф. Inquisitor Llewellyn, don't head into the servants' wing if you value your neck. Not one elf's gone in there tonight and come out again. Our man was supposed to make a pickup in the garden hours ago. Bastards are likely dead by now. Inquisitor Llewellyn, is there something I can do for you? I am Lady Marcellette, court historian to Her Imperial Majesty.
А каковы ваши обязанности? Все французский. У орлесианцев вроде как французский. У антивы немецкий. Вроде. Вы записываете события бала. Хрен его знает, я не разбираюсь. Even if, maker forbid, the talks should fail, it is an important moment in the history of the Empire. Всего наилучшего. Вы что-то дымите. Lady Marcellette. Another time, perhaps. Она очень рада меня видеть, я так понял. Чё? Чё это вот это вот? Чё за кровище? Well, well. Mm-hmm. What's this? Разведка Калам Ширали. Зацепки. Клара, служанка кухни, вошла в крыло прислуги по главной лестнице. Час 30. Вернон, младший садовник, вошел в крыло прислуги из зала 2.45. Софи, горничная, вошла в крыло прислуги из зала 3.22. Маркус Лакей вошел в крыло прислуги по главной лестнице 3.45. Бриала, нам срочно нужна помощь, что-то пошло не так. Что это вы так запаниковали-то? Че у вас тут? Use the main entrance to the ballroom. Main entrance to the ballroom. Немецкий молодец, как он перед тремя дамами говорит. А, ну может быть, ну у них вроде как французский должен быть. Не знаю, может это хреновый французский акцент был. Блин. Можно вопрос? А ты чем играла только что? Это было странно. This is a private conversation. Я потерял только что отношения? Ща, подожди. Did you need something? У меня до этого полтос был, не? А как я умудрился свернуться возле них? Здесь есть правила, как визжин. Не, был полтос, окей. Мне почему сказал, что у меня было 60. Did you need something? Ну да. Не могу понять. А, это там дверь подсвечивается. Похоже, за все капризы что-то дадут. Сожалеющая дама мудрейшего во всей земле явилась, и лихие глашатые кричали, созывая к ней народ. Спешите истинное слово услышать, золотые, словища ума и смысла. Собралась толпа, и вот ей молвила она. За нами поле, а на нем ни правоты нет, ни ошибок. Там стою я с душой безоружной и щитом, слезами залитым, по людям, что толкуют. Не жалею, я не жалею, пусть потери дорогие, скорбь оросит, без влаги мудрость не растет. Уверен, я прочитал хреново, но... Interesting. Well, that's useful. Блин, тут столько слухов, где-то пособирать нужно. Так, ну мне говорят, что туда надо пройти, да? Так, опять статуэтки Гал нужны. Хороший гость пришел в каком-то мешке, какое-то говно достали. Did you need something? No.
I'm quite certain it will run on the time. If they're playing private the game, they're not doing very well. You don't leave evidence if you play to win. With Gaspard and that elf woman here, the only one playing to win is Celine. You only say that because you fancy the Empress's pet apostate. It sickens me to think of the chaos those Maleficarum are causing across the Empire. Even you cannot deny that the Templars abandoned the faithful in their darkest hour. How can you condone that? They are the ones who should be brought to heel, if you ask me. Что, все что? Ну вы, блин. Расположение двора 53. А за что я плюс 3 получил? А, за монетки, наверное. Ладно, короче, давайте что ли на сегодня все. Чё, Лазер, did you need something? Let's go sleep. Okay, everybody. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Макс. Давайте до скорых встреч. Еще увидимся. Bye-bye. See you later.